интересно, что вы понимаете, мы слышали, конечно, много, но таких у нас тут таких нет людей, которые еврейские не говорят. А их уже больше нигде нет. А это какой, это что за ник? Ну, еврейский, это еврейский. Я понимаю, что это еврей. Танцевальный ник. Танцевальный? Да. А еще? Это не хабадский ник. Не хабадский, это просто. А хабадский знаете? Да, Мехуда, это хабадский ник. Ну, хочет. Да. Очень красиво. А вы не помните Нигуна, которые остались, межевский магет, там были, вы очень красивый Нигун. Рэбус Нигун. Ой, ломил за цыки, еще за мамой вышел весен, а за цык очень хасен и я. Еще раз, что-то очень. Ну, ладно, это ладно, выучить. Выучить, это сразу запомнить.